Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Только что читал ваши комментарии, и все в один голос кричат: Рэй, беги в Tower Conquest, там ивент на Вуконга. И на самом деле, ребят, я зашел, но ивент необычный, конечно. Ты посмотри, как он выглядит. То есть, войдите во время текущего события, это мы сделали. Выиграйте кампанию, это мы сейчас с тобой тоже сделаем. И аренку тоже мы выиграем, это только первый день. Потом будет второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. То есть целая неделя у нас будет идти ивент. И награда, как ты видишь, 5 карточек. Это как раз для того, чтобы открыть Вуконга. 50 кристаллов, которые нам не помешают. 10 тысяч монет. Тоже круто. 60 опыта и 5 энергии. В общем, ребят, поехали. Начнем, пожалуй-ка, наверное, с арены. Опачки, 18 призраков. Ох ты как. Банши, денежки, все дела. Ну что, значит, нужно нам с тобой пройти компанию и пройти... Подожди, а компанию как нам засчитают компанию, если она у меня пройдена? Так, всем привет, здорово. Вот. В общем, все это будет видно. Не знаю, друзья, серия будет сегодня. Еще раз повторяю, потерял режим. Теперь я даже не знаю, кто. Как этот, как вампир. Ночью шоркаюсь по квартире, как привидение, а днем сплю. Я вот сейчас только встал, ребята. Знаешь, сколько сейчас времени? 8 часов вечера. А знаешь, во сколько я лег? В 11 часов дня. Трындец. И знаешь, что я делал до 11 часов дня? Играл Deadline 2. У меня уже на загрузку стоит где-то видео, ну, штук, наверное, 10. Видите ли, YouTube их до сих пор обрабатывает. Видео обрабатывается в HD. Не знаю, почему так долго, блин, происходит это все дело. Первый видос аж уже 4 дня обрабатывается, прикинь. Так, ну что, здесь завершили. А как у нас тут? Угу, выиграли на арене. И выиграйте компанию. Так, выиграйте компанию. Кстати, друзья мои, вот здесь, вот здесь. Смотри, какая наградушка, грифон. А грифончик же нам нужен, конечно. Ну что, попробуем собрать команду против этих хламонов. Так, всадник на журавле плюс лучник. Ох, так тут вообще шикарно. Но мне кажется, вместо лучника лучше взять баллисту. Так, сможем мы здесь их одолеть? Как вот ты думаешь? Не знаю. Слишком такая сильная команда. Особенно тут грифон. И против нас выставили, ты сам видишь, кого. В основном всех летунов. А может быть, конечно, лучник был бы прикольно. Ну, начну я, наверное, с всадника на журавле. Отправлю его первым. Потому что этот пришелец его похитить не сможет. Что дает нам большой огромный плюс. А вот если грифон... А, бомбер тоже нам здесь ничего не сделает. Да чтоб тебе. На. Вот грифон будет, по-моему, сильнее, да, чем наш всадник на журавле, насколько я помню. Нет! Вот это бесит. Вот это вот реально бесит, ребят. По-моему, мы сейчас запинаем его. Конечно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Похититель вшивый, а? Ты посмотри. Да, всадники на журавлях, как говорится, справились со своим делом. И мы с тобой получаем грифончика. Почему я хочу, ребят, прокачать грифона? Потому что я считаю одним из топовых его персонажем. Он, наверное, наравне будет с чумной мышью. Потому что чумная мышь у нас мало того, что плюется кислотой. Она еще может оставлять лужу кислотную после себя. И то же самое грифон. При смерти он может сделать предсмертный крик, тем самым уничтожив, ну, немалую дюжину бойцов. Поехали. Все то же самое, можно даже, наверное, чуть-чуть нажать на ускорение, чтобы это как бы все дело побыстрее у нас проходило. Главное не забывать копить ману. Если тем более он начинает, как всегда, с пришельцев, а он именно с них начинает. Поехали.
О, здесь что-то тихо. Еще и чумную позвал, прикинь. Вот, вот здесь вот надо. Молодцы, красавчики. Успели, успели справиться с супостатом. Да какого же лешего-то, а? Слушай, она достала уже, эта мышь чумная, и все. Все, кто к нам лезет, уже совсем, смотрю, нюх потеряли. Ну давай, там осталось чуть-чуть. Есть. Быстро и эффективно. Так, забираем с тобой еще. Там сколько, 12? 13, по-моему, 13 карточек должно быть. 13, короче, грифона. И последний у нас поединок. Может быть, нам вместо... Раз, два, три. Вот так давай попробуем. Взяли лучницу вместо паладина. Тут уже чисто все стрелковые у нас. Паладин хорош, но он медленный. Он очень медленный юнит. Лучница, кстати, тоже не очень быстрая, если честно. Поехали. А давай сейчас проверим просто, как лучница здесь бомбит. Ну, такое себе. А, ты об этом я и говорил. Сейчас похитил. Нет, не похитил. Конечно, когда всадник на журавле делает себе отхил, то уже все. Противник здесь ничего сделать не сможет. Полностью. От корочки до корочки, ребят, мы прошли с вами это событие, причем с победами. Ну что, забираем последние наши карточки на грифона. 8 штучек, и все. С ивентом на сегодня покончено. Так, квесты какие-то завершили. Запрос. Так, ну что у нас? Нам нужно выиграть компанию. Погнали. Мы остановились с тобой на территории захватчиков. Ага, тут хищнец. Подожди секундочку. Давай, наверное, вот эту команду возьму. Раз тут хищнец, все дела. Надо его встретить, подобающе, согласись. А подобающий его кто встречает у нас? Ну, в принципе, может голем справиться. А может и вот этот вот. Давай, бомбани ему разочек. Оп, и все. И до свидания. Но он не успокаивается. Он вызывает следующего. И мы опять его отталкиваем. И он опять бежит, а? Ты посмотри на него. Так, молнии. Оглушили? Вроде бы оглушили, кого-то еще и при этом там бомбанули. Страж, давай, 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 рухни. Ураганчик. Да куда ж ты бежишь-то, хищнец? Ну все, тут победа. Тут очень быстро мы с тобой заклепали. Ничего он тут даже сделать не успел. Двигаемся дальше, естественно, ребята, у нас последний здесь. Опа. Так, смотритель. Я все думал, почему у меня так долго прокачиваются мои имбовые персонажи, именно боссы. А потому что мы карточки на них не собираем. А почему карточки не собираем? Потому что они не успевают здесь выйти. Оу, воу, воу. Вот это я вляпался, ребят. Вот это я вляпался. Но, слава богу, успели. Так, у нас тут с тобой. Оп. Так, принимаем вот такую вот штуку. Это необходимость, просто очень важно было так сделать. Опять, опять, опять. Ха, этот пока там готовился к разбегу, бородавщик, мы его и расклепали. Вот и все. Ну что? Компанию мы прошли. Запрос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Не дали, друзья мои, не дали. Так, заявите рекламный мегасундук. Выиграйте ежедневное испытание. Нефритовая империя. Тренировать команду. Повышение уровня члена отряда 10 раз. Так это только, ребята, Вуконга я получу только на 7-й день. Понял, понял. То есть, а сейчас его вообще бесполезно. Нет, ну говорят, что вот здесь еще можно его вытащить. Вот тут, ну 690 рублей за пак. Нет, это жестко для меня. Так себе награда на самом деле. Ну что, переходим с тобой на долину подданных. Долина подданных встречает нас с тобой рыцарем и бродягой. Ну давай попробуем, наверное, отбиться вот этой командой. Как по мне, так она должна быть топовой. Естественно, бродяжка сразу побежит. А нет, он выпускает рыцаря. Давай. Палыч. Выходи. Дидич. Бедный мой рыцарь там. Точнее, робот. Отбивался как мог. Оп, заморозка. Шикарно, конечно, шикарно, ребят. Распиливаем там всех. И базу, пожалуйста, уничтожьте базу. Помните, ребята, игру Storm Summoner, которую мы играли? Она похожа на Tower Conquest, только там гоблины, орки, всякие эти. Так вот, последний раз я ее хотел запустить. И пишет, не может, короче, синхронизировать мою запись. А если синхронизирует, то сразу же выдает какую-то крит-ошибку, и игра крышится. Жалко, да, конечно, я хотел ее поиграть. Были большие планы, потому что, помнишь, в последний раз у нас до глобального обновления появлялись одни и те же отряды. Ну, я думаю, что ты помнишь, да, этот момент. Почему, в принципе, мы перестали играть, так как не было смысла постоянно драться с одними и теми же отрядами. Вот, после этого, по-моему, там вышло два обновления, и все. На этом игра зависла. Эй, а разве так должно быть? Фига, молотильщик мой справился, красавчик. Умница. Так, запинали. Ну, естественно, сеть. А че, бродяга застанился? Нормально. Да как так-то? Фига себе, он здесь появился. Он должен был уже в инвизи идти. Странно. Он почему-то здесь начал и пошел. Так можно и слив получить, ребят. Так, ну что у нас тут? Опять бродяга, опять. И тут еще и маг. Так, квест завершен, исследователь. Окей. Ну, давай, иди. Иди, супостат. Блин. Опять бродяга. А я успел? Нет. Если вот так вот делать. Блин, ребят, нужна друидка нам. Потому что мы получили урон по базе. Так, ставь тотемы хилищие, пожалуйста, друидка. Все, пошел отхил. Все, теперь можно наказывать. Опа, ускоряшечка. Ну, тут уже все, ребят. Тут ничего же им не поможет. Друидка наставила своих тотемов. Вон, посмотри, и сзади, и спереди. Целую орду. Тут уже никто не пробежит. Круто.
То, что она, конечно, еще отхиливает базу, это вообще шикарно, друзья. Так, ну что же, двигаемся дальше. У нас с тобой предпоследний этап за подданных. Как меня этот бродяга раздражает. Давай-ка я вот этот попробую отряд отыграть. Кем прикрываться от бродяги? Ума не приложу. Самурай он не вытянет. Тот его просто раскритует. Ну вот что ты вот прикажешь делать? Ну тут понятно, тут пойдет у нас самурай, дальше пойдет воблер. Бродяги там нет пока еще, слава богу. У нас есть корни, вот это, кстати, тоже хорошо, ребят. А вон и бродяга уже бежит. Мальчик-бродяга. Надо некрона в помощь вызывать. Но два воблера — это уже офигенная, на самом деле, поддержка. Бомбят они далеко. И у них такой пронзающий батаранги. Они возвращаются к ним тем более еще обратно. Вот то, что он некро мне подбил, это, конечно, не очень красиво было. Я имею в виду, этот бродяга, он пришел здесь, некро уничтожил мне. Ну, а за это мы, конечно же, ему уничтожаем базу всю. Еще и деда позовем. Есть. Погнали дальше. Последний этап у нас. Кто здесь король? Король, конечно же. Кто тут может быть? Так, и выберем, наверное, с тобой, знаешь, какой отряд. Вот. Вот этот, наверное, да? Да ладно, вот это давай имбовый наш возьмем. Чтобы на всякий случай не париться. Сейчас просто пару мощных ударов, и все, и замок рассыпется его. Начал с бродяжки. Он начал с бродяжки, ребята. Так, ну тут понятно, сразу же вызываем. Вот так. Тюк с удара. Прыгуна. Да тут, наверное, сейчас один Ронин справится. Да. Ронина, если допустить до замка, все. Считай, беда. Ну, а мы забираем с тобой наш сундук. Сундук подданных. Король, замок. Окей. Ну, а вот у нас, ребята, и нефритовая долина. Если они воткнули Вуконга, то почему же они не делают этого? Как тебе это объяснить-то? Почему они его в игру не ввели? Почему я не вижу, чтобы он был участвовал в командах во вражеских? Ё-моё, я не успел, ребят. Я не успел. Слишком долго. Так, ладно, ускоряемся здесь. Блин, сфейлился из-за какой-то ерунды. Из-за одного удара несчастного, прикинь. Да ускоряйтесь вы уже по полной программе. Да, вот такой вот был проигрыш, нелепый. Подожди. Сейчас мы с тобой... Не надо мне другую команду пока. Вот эту я возьму. Вот здесь я понимаю, здесь очень быстро щитобот прикроет. И молотильщик, соответственно, пропилит. Угу. Так, теперь возьмем с тобой, наверное, всадник на журавле. Еще щитобота. И все.
Да, а там, конечно, немножко неудачно получилось. Просто целую энергию выкинул. Так, здесь уже будет расстояние чуть-чуть подольше, подлиннее, поэтому... Блин, это что, я хочу на фехтовальщиках, что ли? Ну ладно, попробуем. В принципе, можно, если эти малыши побегут. Фехтовальщик сможет, да, прикрыть, по идее? Выпустим его первым. Ну, естественно, Джаггера теперь надо призвать. То есть фехтовальщик ничего себе там наяривает, смотри. Чуть ли не Ронин 2, да? Клетку им туда. Вообще вдвоем, прикинь, Джаггер и фехтовальщик просто раскочегарили базу, и ничего никто сделать не успел. Круто, конечно. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Вот это совсем, ребят, не круто. Блин, как я вот вижу Ронина, ну все, трындец, у меня сразу настроение падает. Ну что ты вот делаешь против Ронина? Я не знаю, ребят, если он выбежит... Нет, слава богу, он выбежал не в истерике. Есть шанс нам запинать его. И что вытворяет? Лютует, блин. Да, вот он такой, ребят. Что там хайкаешь? Хайкает он мне там еще, понимаешь ли. Ха-ха-ха-ха. Выбежал. Убил молотильщика, но и молотильщик, соответственно, ему предсмертную вписал именно своей этой циркулярочкой. Вот и все. Ну все, 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 разбомбили базилку ему. Так, сколько там, по-моему, получается последний у нас. Так, последний. А, нет, предпоследний, предпоследний поединок. А здесь уже и ниндзя появляется, да? Шутки плохи, друзья мои, ниндзя. Возьму, наверное, вот этот отряд. Ронина здесь нету, слава богу, поэтому особо можно пока не паниковать. Но зато есть ниндзя, с которой он, скорее всего, и начнет. Так, пошла у меня жаба с этим, с молотом. Следом ниндзя. Утю-тю-тю-тю. Ай-яй-яй-яй-яй, не лучший вариант, друзья. Вообще ерунда получается. Ну, так он что, на ниндзях, что ли, меня хочет ушатать? Так получается так, ребят. У него и получится. Дай молнию мне срочно. Тут чья ниндзя кого передамажит, что ли, получается? Хочу просто вызвать богиню солнца, ребят. Давай, богинюшка, давай. Времени-то 43 секунды. Ну. 24 секунды, друзья. Пятнадцать, 14, 13. Есть. Прикинь, как он меня хотел просто своими ниндзями
У него почти получилось меня смять. Почти там, чуть-чуть, ребята, и мы бы сдулись. Да, лютый, конечно, отряд, но здесь мы будем брать имбу. Тут надо брать имбу. Сейчас, наверное, побежит рунин псих, как всегда. Он с него обычно начинает. Слава богу. На расслабоне у него выбежал. Через отражение. Самое эффективное, это когда, ребят, отражение срабатывает. На нашем рыцаре-воине магия там. Угу, угу. Хотел чего там. Давай, красавчик. Опа. Ох. Не понял. Эй. Это что было сейчас? Это что за выкрутасы? Я не врубился. Офигеть. Да, друзья мои, что-то как-то пошло не так. Нифига там целую пачку просто у меня уложила. Неужели это богиня солнца? Да не могло так быть. Ху, мы еле отбились. Серьезно тебе говорю. Давай сюда, сундук Некрытого Империи. Опять же, мимо. Никакого вуконга нам не досталось. Так, здесь у нас, значит, страж. Плюс слизень-морпех. Будем биться с тобой первым нашим отрядом. Потому что все равно он там будет сейчас пока стража вызовет. Все это очень долго у него будет. Единственное, что я могу позвать самурая. И следом за самураем нам нужно, скорее всего, вызывать некро. Потому что они сейчас будут там вдвоем, скорее всего, работать. Он вызовет сейчас этого еще. Ну да, вон он уже там строчит. Угу. И еще тыкал голову до кучи. Ну и все. А дальше ты сам понимаешь, что тут им раскромсон. Батаранки наносят уран, вот который он, урон, который они выпускают, не только юниту, который стоит один, первый, а вообще всем, кто в куче стоит. Это массовая атака. То есть и базу пропиливает. В общем, где чего они касаются, то они и наносят урон тому. Это опять хищнец. Они зачастили ли вы, ребятушки, со своими хищницами-то здесь, а? Кого я тут поставлю? Голема? Ну, придется голема ставить. Или жабу. Наверное, жабу все-таки. Она... Опс, с ударчика его, так сказать, накрывает. Голем может не справиться. Видишь? Тем более, когда отхил, врубает. Это гадость. Угу, угу, хорошо. Оглушили мы этого. Но опять же, не стоит забывать, ребята, что урок хищнец. Ну-ка, ураганчик. Давай, 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 застреливай, застреливай их. Одного за другим. Он достанет этот хищнец у нас. Вот, все, наконец-то мы пробили их тут оборону. Е. Великолепно. Было, конечно, немножко рискованно, но мы справились. Третий этап. Пришелец. Пришелец у них прибавляется. Ну что ж, давай посмотрим, чья правда сильнее, моя или его. Ну, конечно, моя, ребят. За нами правда.
Может, сразу богиню позвать, а? Богиню солнца. Пожалуй, мы так и сделаем, наверное. Ну, естественно, ее нужно будет прикрывать сейчас. Там, я не знаю, големом. Или еще там чем-нибудь. Видишь, у пришельца тоже вот этот вот удар, который он делает, он массовый. Давай, богинюшка, жги там. Вообще и маг подошел. Все, все, все там. Спасения нет. Когда маг, два ниндзя и богиня солнца, ты уж извини. Это надо быть, я не знаю, бессмертным, чтобы тут выстоять против такой армады. Так, и опять я вижу здесь хищнец. Ну, можно, наверное. Интересно, а кто здесь сильнее? Хищнец или фехтовальщик? Как ты думаешь? Вот я ни разу их, кстати, еще, по-моему, не сталкивал лбами. Не могу даже тебе сказать. Ну, как бы это проверить? Блин, Тритон, ты... Вали-ка ты отсюда, а? Да, тут понятно. Ой-ой-ой-ой-ой, попал. Ты смотри-ка. Что он тут выделывает, а? Давай, Джаггер, выходи. Джега, Джега. Ну-ка. Чтоб пусто тебе было. И фехтовальщика позовем. И еще одну баллисту. Ну и все. Все, ребят, тут уже можно спокойненько расслабляться и смотреть за победой. Не понял. Эй! А как хищнец-то там? Видимо, здесь перепрыгнул, да, и добежал до баллисты. Блин, нельзя расслабляться, ребят, вообще, ни на секунду. Отовсюду можно ждать удар в спину. Всегда надо быть начеку. Вроде думаешь, все, победа уже за боя. Бац, резко изменяется ход игры, и тебя прожимают, и все. Так, ладно. А, ну это просто... Вот самое бесявое, когда, ребят, выходит пришелец. И вместе с пришельцем идет этот... Как его звать, скажи мне, я скажу. Этот, слизень. Не морпех этот. Ползун, ё-моё, конечно же, ползун. Ну, что-то уж вообще. Что-то уж вообще, ребят, вы закислились. Вот, 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 вот. Вот это я понимаю, ребят. Вот это я понимаю, вышел прыгун, сделал свою истерику, пол хп у базы снес за одну заходочку. Мои пришли и добили. Все. Никаких вопросов. 9 гемов. Так, ну что, опять у нас долина подданных, как ты видишь. Паладин плюс грифон. Бесява, на самом деле. Бесявая подборка. Почему, ребят? Ну... Грифон. Его надо контрить. Хорошо, что грифон, он все-таки останавливается на цели и начинает ее бомбить. А не так, как этот. Летит и стреляет. Поэтому в наших интересах здесь, наверное, взять... Я не знаю, наверное, Джаггера, как всегда. А он сейчас следом пойдет вызывать грифона. Поэтому мы сразу же призываем с тобой, естественно, баллисту. Это классика, классика жанра. Вот, видишь, что делает грифон? Вот
такой вот он истерик. И самое главное, что грифон здесь нисколько не защищен. Понимаешь, да? Давай-ка только ты без истерики, а, Грифоныч. Хорош уже. Ну, там посыпается гряда стрел. Ничего он тут уже не сделает. Все, в базе в любом случае крышка. Вот так вот. Крипта хороша. Так, ну мы двигаемся дальше. Второй этап. Здесь у нас грифон, паладин и жрица. Жрица, ну он ватник. Ватник, потому что она не может здесь хилять. Ой, точнее, она может хилять, но она не может драться. Че, я несу-то уже. Она не может драться. Поэтому, в принципе, первый отряд подойдет здесь тоже как никогда. Жрицу он выпускать первый не будет однозначно. А мы с тобой за это время успеем призвать Джиггернаута. Ну и, по идее, баллисты, конечно, нужно все это дело прикрывать. Поехали. О, нет, ребят, что-то пошло не так, как надо. Не так пошло, друзья. Сейчас, боюсь, запинает он. Да, мы получили. Мы урон получили. Вот так вот, друзья, вот и фейл пошел. Пипец. Просто из-за какого-то несчастного грифона. Просто элементарно нам неким было его добить, вот и все. И еще вытворяет. А немного ли там ты жриц-то понавтыкал, парень, а? Просто посмотри, что происходит. Да. Вроде бы хорошо и в то же время плохо. Плохо то, что мы получили урон. Причем так нелепо. Грифон проскочил и ударил. И что тогда прикажешь мне делать? Вот этот брать отряд? Ну хорошо, давай я возьму этот отряд. Это уж стопроцентный, как говорится, вариант. Против грифонов, против любой там, не знаю, летающей гадости. Конечно же, есть вот этот вот маг-рыцарь. За счет него все дела у нас и будут делаться. Там хоть паладин, хоть шмендандин. Там уже все равно, ребят. Там хоть летит он, хоть что, пускай делает. Вот, смотри. Сейчас в базе крышка. Да. Ну сколько там? Ну, 6 секунд. 6 секунд прошло и все, и базы нету. Поэтому он топовый отряд называется. Так, смотри-ка у него что тут. У него тоже фехтовальщик есть, ах ты жук, ты мелкий. Ладно. Фехтовальщиков будет отправлять. А он очень так сильно жарит. Я не знаю, вот жаба с молотом справится с ним на изи или нет. Можно проверить, кстати. По-моему, должен с удара сносить, нет? Нет. Не с удара, как мы видим. Вот ниндзя, да, ниндзя по скорости намного лучше. И быстро так справляется. Так, сейчас еще грифона позовет. Мы позовем кого? Да пока никого вызвать не будем. По-моему, мы и так справимся. Е. Круть, круть. Двигаемся дальше. Так, у нас предпоследняя здесь задачка. Ага, слушай, ну здесь уже можно. Блин, грифон опять же, ладно. Офигли, ладно. Хотя батаранги, да, у них же они бьют и наземные, и воздушные цели. Поэтому он считается как противовоздушный чувачок.
Но их лучше, наверное, выпускать все-таки в паре. Наверное, самурая и сразу же вот так вот. Блин, он медленнее идет. Очень медленно. Тогда придется еще и некро сюда позвать. Да ладно, он еще и мага сюда успел. Он еще и мага успел призвать. Ты серьезно? Так, ребят, и грифон пошел. Тут будет жаркая битва-то получается. Да хорош там, я говорю тебе уже. Ускорение. Да ну, что за чушь? Ай, блин, понял я. Его же захиливает эти. Там жрицы стояли, хиляли. Вот в чем проблема была. Не, ребят, по-моему, не пройдем. Отряд не справился. Не-а. Отряд не справился. Вот так я тебе скажу. Ай, жаль, очень жаль. А не справился он почему? Потому что вон, стоят балбески. Я еще вам тогда говорил, что у нее очень мощный хил. Драться она не может, но захиливает она до смерти. Вообще никак. Ну что я тебе скажу, они меня только взбесили, разозлили. Только лишь меня разозлили. Причем разозлили хорошо. Блин, тут энергии нету, жаль, а? Друидку взять? Нет, пока не надо. Поехали. Нет, совсем борзели, а? Так, Джиггернаут. Ну, вот сейчас вот с помощью баллиста, ребят, конечно же, мы с тобой должны тут все разрулить. Баллиста будет станить, будет уничтожать этих магичек на раз-два. Плюс там и грифон этот будет вылетать, будет тоже получать не кисло. Да-да-да-да, ага, конечно. Держи-ка карман шире, парнишка. Вот чем баллиста и хорош, что он бьет не по одной цели, а по всем целям, которые там стоят. Поэтому он считается одним таким из имбовых именно дальних бойцов. Ну и плюс еще не забывай стан. Стан, правда, не обез... ну... не отключает бойца, не отключает его действия. Он будет просто стоять, но стрелять или там что там может делать, он будет продолжать. То есть мы просто его обездвиживаем. Ну что, последний этап у нас здесь. И Босяцкий. Босяцкий здесь, как мы видим, епископ. В наших интересах как можно быстрее разнести, чтобы он здесь не наплодил свою армию, да, и, соответственно, не стал ее всю ставить под защиту. Так, следующим пойдет, наверное, кто? Ронин? Эй, Ронин, Ронин, как всегда. Грифон, вали отсюда, а? Ну, тут все, ребят. Тут крышка. Если Ронин уже бежит, шерстят его тапки, то все, считай, пиши пропало.
Ну-ка. Так, лучник, замок, деньги. Ведьма. Король. Сторожевая сфера. Да, друзья мои, мы с вами перешли на новенький портал. Раз, два, три, четыре. И там еще пятый. Долина роботов. Точнее, завод. Как всегда, начинается с Джиггернаута и, соответственно, Репульсор. Блин, по-моему, ребята, тут у нас ничего не получится. Во-первых, у нас команда осталась, которую я обычно всегда первой трачу. Как мы тут с тобой будем, я не знаю даже. Против них. Спасибо, что хоть толкатели сюда еще не воткнули. Ну, смотри, Джиггернаут. Угу. А чё так быстро ты? Как они быстро моего этого щитобота вырубают, я не понял. Чё за фокусы? Офигеть, сейчас хоть нормально выровнялись. Щитобота вообще сносили, как будто его здесь и не было. Знаешь, тю-тю-ш, и он все, уже без щита. Да, начинается не кисло. Так, что у нас тут по прогнозу дня? Ну что, вот этот отряд и толкатель. Ну тут, я не знаю, ребят, толкатель. Ну что, у меня нет дальних атак. А, нет, есть такой головой, но против толкателя это такое себе. Будем честны, единственное, что вот. Так а чё, ну некро, ну и чё. Джаггер сейчас будет всех этих колобков сносить на раз-два. А вот и толкатель, ребят. Он сейчас всех будет бомбить. Единственное, что поможет нам, это вот корни. Давай, проминаем. Ускоряха. Ну вот, совсем другое дело. Успели все-таки прожать мы их. Опять же с помощью ускоряшки. Без ускорения я не знаю, что бы там получилось. Есть. Да, вот как-то так. Боремся как можем. Третий этап. Ну что, за сегодняшнюю игру у нас было два слива. Два фейла. Так что не очень я доволен, конечно, игрой сегодняшней. Так, я не знаю, что будем делать. Вызывать самурая плюс... Или сразу некро позвать лучше. Наверное, сразу... Блин. Да ты заклинил, это вот толкатель. Это не толкатель, это репульсор. Очень бесевый чувак. Оу, ноу. Сейчас в некро бомбанет. Или в кого? Ох, раздражает он, да, ребята? Еще и кислоту после себя оставил, прикинь? Вот такой вот этот вот чувак-робот. С ракетой. Ну, это несерьезно. И опять 25, да? Правильно, самурай, правильно. Никаких пчик-пших. Лежать в ног. И пятки целовать, а то пших-пших начал там. Шикарно. Ну что, у нас получается... Энергия-то есть вообще еще? Вот тут накопилось. Да что ты... Так, да я отыграю, наверное, все-таки этот отряд. Ой-ой-ой-ой-ой, тебя не толкай, друзья, тебя не толкай.
Бот-паук. Если кто не знает, что за тень не толкай. Бот-паук, который притягивает и оттягивает. Притягивает и оттягивает. Ну, ты понял. Что будем делать? Я вот не знаю, он колобков притягивает. Да сразу столкать или что начал-то? Сейчас пойдет, поедет. Че, нам во спасение, знаешь, кто нужен? Вот, корни, ребят, конечно, корни. Они замедляют очень сильно врагов, почти на 50%. Тем самым давая нам возможность здесь. Блин, идет, 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 идет. Все, начал. Начал он издеваться над некро, как ты видишь. Но мы вроде как справились. Корни. Не забываем, друзья, про корни. Ямана. Оу, даже дед созрел, прикинь. Даже дед успел созреть на войну. Идет. Такая дубинища у него, яманал. Какого же он демона-то победил, что взял череп и воткнул его. Так, ну что, друзья мои, мы прошли с вами, причем очень даже неплохо. И последний этап, это нужно тратить нам наш имба-отряд. Хотя, подожди, почему наш имба-отряд я должен тратить на этих? Тут же ядерный робот. Я думаю, что он, наверное, не выйдет, не высунется. Побоится, как всегда, показать свои глаза. Так что... попробуем сами справиться. Так, надо будет сразу прикрыть тогда это все ниндзей. Вызываем голема еще тут на дорожку. И по идее нам желательно бы сейчас сразу же накопить на богиню солнца, пока не поздно. Сейчас попробуем это сделать. Ага, удачно, удачно мы застанем, друзья мои. А сейчас ниндзю начнется, естественно. Он всегда дальних только, ребят, притягивает. Как смачненько. Так, магистр кислых щей, выходи. Ну вот и все. Мы уже базу колупаем. Изи. Вот так вот должно быть. И никак иначе. Забираем сундучок у роботов. Выпадает нам с тобой трансформатор, ядерный робот и еще 9 кристаллов. Так, где у нас там? Должна быть где-то одна энергия еще, я помню. О, даже 2. Даже 2, но здесь, блин, здесь чумная летучая мышь. Подожди, а нафига я взял топовый отряд, что-то не понял. Странно. Чумная, ты не пройдешь. Голем, голем, ну. Чукс. Все, вдвоем заколупали его. Ульта. Есть. Быстро. Очень быстро. Быстро и эффективно. Так, и последний поединок, потому что у нас последний, где-то там энергия затесалась у кого-то. Вот здесь. Но я тебе скажу, я не знаю, ребят, тут... тут будет... блин, сложновато почему-то, мне кажется. Видишь, из-за этого призрака... Големыч пошел. Ладно, Големыча мы берем с тобой на Джаггера. Ну и прикроем, наверное, еще все это дело фехтовальщиком, да? Фехтовальщиком. Так, следующий пошел. Берем баллисту. Опять же фехтовальщика. Так, чумнуха.
Иди, откуда пришла, правильно. Бесявая, а? Да-да-да, баллиста моя распласталась. Ну и по итогу. По итогу побед за нами, ребят. Фух. Как-то вот так вот. Точно нигде энергии нету больше? Нету. Ну что, друзья мои, неплохо поиграли. Было 2 или даже 3 проигрыша сегодня. Ну, а если брать в общем, то неплохо. Хотя все равно недоволен. А на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.